Здравствуйте, уважаемые трейдеры, клиенты компании Amarkets. Из данного видео вы узнаете, как пройти процесс верификации на сайте компании. Сначала выясним, что же такое верификация. Прежде всего, этим термином называют процесс подтверждения подлинности данных. В нашем случае речь идет о проверке личности клиента. Например, во время обработки заявки на вывод средств сотрудники финансового отдела должны убедиться, что сумма поступит именно владельцу торгового счета, а не посторонним людям. Итак, для прохождения верификации вам необходимо войти в личный кабинет на сайте компании Amarkets. Затем выбрать в меню раздел «Мой профиль», «Верификация». Для успешного прохождения верификации необходимо загрузить скан или фотокопию двух разделов гражданского паспорта, страницы с фото и данными прописки. В открывшейся странице необходимо нажать кнопку «Выбрать файл», отыскать фото на вашем компьютере, выбрать его и нажать кнопку «Сохранить». После загрузки всех файлов нажмите на кнопку «Подать заявку», после чего ваша заявка поступит в обработку. Обратите внимание, что при выводе средств помимо паспорта может потребоваться фотография банковской карты, на которую вы производите вывод, либо скриншот страницы личного кабинета электронной платежной системы. Скриншот личного кабинета электронной платежной системы должен по возможности содержать номер кошелька и вашу фамилию, имя, отчество. После успешного прохождения верификации вы получите уведомление от компании. Надеемся, данное видео было вам полезно. Всего доброго!